но язык. Каждая длительность имеет начало, развитие и завершение. Во времена Гвида Аретинского длительность каждой ноты передавалась текстом молитвы. В настоящее время для передачи процессуальной природы музыкального текста является интерактивная компьютерная графика. Рождение, развитие и завершение каждой длительности легко передать образом распускающегося цветка от бутона к полному раскрытию лепестков. Технология Software to Mozart является единственным и незаменимым средством общения с музыкальным текстом в режиме реального времени.